Ты, Милин, потанчи, пожалуйста, трэш. Подожди. Нам надо Максимус, ты тут? Заходи на мага, пожалуйста. У тебя нету КД? Нет. Вам надо ШП, сова, БДК, тьма. О, свет. Здорово, я тебе кинул пати. Я учу. А, ты в рейде, блин.
Ты не про, я понял, ты не в том слоте. Ты перекинуть забыл. Олег, кто-то сойдет на БДК или мимо? Ну, что-то там Дашкин пишет непонятное ВКонтакте. Он написал, что его не пускают. Просит тебя зайти на его аккаунт. Что непонятно. У меня нет его аккаунта. Он что-то пошутил, наверное. Ну, смотри, ждем его. Если не зайдет, то придется кому-то зайти на ВДК. Либо я могу найти солчата. Чем я в данный момент занимаюсь? Сову ШП и БДК. Потому что сова и ШП у нас почему-то лопнутые. Альдеран что-то не хочет заходить. Можете вообще в рейды не брать. У него нету КД, у него 4 персонажа, сейчас 4 РС. К тому же он ходил локом с солчатом. Я уже про это не говорю ничего. Ты про Дарана говоришь? Да. Ну ты пора, наверное. Там никто не заебывает с помощью. Эти двое лофт, у нас вообще не повезло. Мак, дай столик, пожалуйста. Романтика. ШП кто-то знает? Золотая Орда. Золотая Орда, да, там мощно, наверное. Надо делать на третьей фазе Орда. Сейчас, подождите пару минут. Сейчас я знаю по ЗБДК точно. Ладно, возьмем его. Ну, ничего плохого не будет. Нам туда надо будет ханта взять. Кого лучше взять, ханта или рогу для напула? Да без разницы. Ну, Брога был бы уж, конечно. Судя по... Я так понимаю, у нас и Хант, и Рога есть, да? И ты еще хочешь кого-то?
я хочу просто нормальный метлу. Неизвестно, какой рога, неизвестно, как он играет. Мухан 6148. Это печально. Ну да, я поэтому и не уверен во мне, Олег. Это... Т410 нету, только две шмотки. Рога это этот Кёрс. Нормальный. А Кокаракс Фредди, который... Вот, вот это этот... Кёрс это. Учитывая прошлые проблемы, с Наколом желательно взять кого-то еще. Да чтобы не страдать. Ну сейчас поищем. Он фуловый, нормально будет. Но еще будет вообще хорошо. Или БДК, или робот. Так, у нас слабое звено какое в районе? Ну, разумеется, я. БДК во тьме. Я не хил. Калк давно не хилил. Я не хил, почему? Потому что не хилил давно, наверное, не играл. Это вообще какой-то новый чел. Ну и, наверное, слабый на пул еще. Заходи, Даня, на БДК, пока я пока доискиваю людей. Не, ну... Что? Кёрс нормально на пуле идет. Насчет того второго ханта не знают, что, в принципе, все равно. Я не сомневаюсь, просто чтоб весь трэш тупо шел на танка, желательно 3 на пулера, чтоб мы не страдали потом. Да и плюс точняк нормально за протопол танчит. Хантрога. Давай. Блин, давай ты смотри, ты потанчишь до Халёна, мне отойти надо, а потом спикнешься в Ретрика. Так, Мурзилка какой-то, Северное Сияние, Хан 6-4, брать или нет? Надо спросить, что на пул. Дай спросить. Говорят, Северное Сияние нормальные люди. Он ответил мне ахахахахахахаха, а потом написал да. Ха-ха-ха. Так написал, не ахахахахахаха. Наверное, он скиллован. Да. Почему люди так воспринимают вопрос? Когда меня задают, там, ты знаешь тактику? Да. Умеешь напуливать? Да, вот так написал. А не ахахаха, вот так. Ну он скиллованный, наверное, сильно. Так, я добрал рейд. Матмаз готов. Шанан готов. Что-то у нас во тьме вообще пиздец какой-то. Чего? Три паладина во тьме. Дайте каску подыграл. Там, кстати, ретро я в холле палю. Наверное, хилить хочет, наверное. Не, ну... Тут зависит, тут много факторов. То, как будет хилить во время того, как лучше разливается, как они разливаются, протопал еще. Светлятинка, заходи. Может какого-то паладина в свет перекинуть? Только вместо кого? Не. Каску бафнулся. Кто каски бафает? Билин, Полоку ты... каску дайте. Билин бафал кулаки. Да по всем каски. Полипал, кресты бафай. Наркота в РК. Да. Давай каски бафай тогда. Ретрия отсутствует 23 секунды без предупреждения в РК. Тут. Да, я во втором окне просто. Сейчас зайду. Ждем. Сейчас, давайте бафаться. А мне в холле пали быть или в Ретрика? В Ретрика. Потом, если калк не справится, поменяйте с ролями. Потом, если и так не справится, то будет точняк хили. Если и так не справится, то будет хули приста, блядь. Если точняк не справится, то уже хули пал и конь. Да, она крель зайдет на хули пал.
во время боя вам перед Халеном вам все скажут, держи Ирелла. Я пока похилю. Не надо, смекайся в ДД, тут хилы 5 штук есть. Да тут сейчас метку не снимут, твое выступление. Все нормально. Сомани тебя из фриза. А уже шкаф попал. Ладно тогда. А, есть, есть. Когда я в рейде, я снимаю выступление, не пизди мне тут твой. Блять, может тебя кикнуть за грубость? Нахуй ты да, такой, ну... Да забей. Он со мной в дружеских отношениях. Да, не начинай, наверное, нет? Не будет, мне надо бафать. Дайте баф по ДК. А, Войд, так может ты ПРЛишь? Ты ж ШП. Ну, да. Ты ж там у нас теперь топ РЛ. Это просто Кальки не было в пятницу. Я была. Хулипалом, да? Первый. Да. Второй не помню. Друидом. Два аэродрома. Да, ладно тебе. Это третий обречён. Давайте. Я снова Таргарин. Первую купил, точнее, вторую. Таргарин, надеюсь, знаешь, куда прожиматься. А, да, блин, ты третий. Вторую. Вторую копию. Подожди, так вроде точнее. Я пока пошел, Дина попросил потанчить. Я думал, что Таргарин БДК у нас, я понял. Ну, точняк тогда первую копию и билет вторую. Цирк приехал. Слишком далеко. Нужно подойти. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Двое сильнее страдания. Не достаю слишком далеко. Надо. В мире хватает героев и без тебя. Я пока не могу прочитать это заклинание.
сильнее страдания. Зачем? Да, у нас нет такой силы. Долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Олег, там не в центре стоит? Атакой не запустил кровожадный Заритрия. Но боюсь, тут замешан. Олег сразу выбрал. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Слуги, обратите их в пепел! Опоздали. Рубиновое святилище пало. Мерси. У них крита нету. РДД крита нет. Это и сову, и лема в одну пати кину. Ханта убери из четвертой.
Все бафы. Это 1К нормально, давно не танчил. Клик на ХП, наверное. Там баня в драконе по кости. Олега, печати танковой нету? Подожди, сейчас. Я с этой всегда танчу. Не. У меня вот это есть печать. Не-не, что с тобой? Так, подождите, как они... Ладно, похрен. А у меня частицы нету. Клик на ХП. Входите, если посмеете. Не обновим. Я обновил. У него двух минут. Я очень близко стоял. Не, нету даже. Заходить, нет? Да. Не заходи уже, Ром. У меня не фул хп, если что. Частицы нету.
тьма. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Дисплейте, дисплейте, ханта. Заходи во тьму. Сука. Все уже. Забежал. Ну да, он бежал после метки, и лезвие появилось не вовремя. Рома, который Джейми. Ну, молчит. Там в РК сидит Данила какой-то. Санчоп. Это ты на спине? Здорово. Как дела? Хуёво, блядь, четвертый раз. Какой нахуй эрдро, Лев, да бери меня, не так друг, да, все четко будет подамажит. Мать, дай ему. Ну, шаман в основном хилит цепухой, и друид вообще там как-то на последнем месте был. Естественно. А ты, наверное, в муте слышишь, Тайк, он сказал, будет пидер. Ты не слышал, ты, она у тебя в муте. Как будет, так и буду хилить. Крикните. Да, вы бессильно.
Да, у него без символа. Нету смысла. О, Фурика. Угу. Угу. Я Игорь, включи на пойти в ХП. Так не действует с криком. Да у нас нету крика. Скажите, когда зайти? Заходите. Заходите. Сначала смерть посмотри. Там Парихас, наверное, был. Надо к шаману вопрос задал. В тот момент, когда все было.
КП крикни. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Две стрелы сейчас стакаются? Нет. Тоже роги кидал, что ли? Заходите. Это похоже был на пул. Небеса в огне.
таких героев. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких? Ну сейчас сам себя не здесь спелят. Стоял. Нет, в огне, да. Да, там Калькатрес трэш убил. Ханты, вы на БДК случайно не напуливаете? Нет. У меня макрос на точника. А можно мамонта попросить, пожалуйста? Спасибо. Я не бью мелких. На пэти, пожалуйста, нажми кровавый союз. Да блин, да, нажато у меня все. Если бой нажми не спекает, оно не спекается. Сейчас, блять, нажми. Все. Вот масс. Почему там? Так тут в чем вайб? Баф эти рейд, давайте чекнем. Хлепало. Че он? Ниже? Не, мелкий трэш убил. Смотря где он умер. А там надо смотреть, я не знаю. Там может быть как его вина. Бля, АТК первый в тьме. Ретри вторая. А, тогда нормально. Oh.
лишь страдания. Входите, если посмеете. Добили. Заходите. Заходите. Вы в ХМ? Да, это. Славик, ты не спалишь. Что я кем мешал? Цел, дай гимнаману. Славик. Небеса в огне. На танке. Сколько еще таких героев? Я умер. Я кидал ССМ. Да, блядь, я умер самым последним после танка. Умер танк, который держал голема. Там частицу на БДК не обновили. Ваня, у тебя есть холипал? Да, есть. Давай, может, похилишь ты, а блин, потанчи трэш. Давай. А калку во тьме подамажит. За 4 секунды до этого таргетный свет небес мне. Ну, не вывозит пока холипал этот. Я же помню, раньше хилил вроде нормально. Ну так это давно было. Сейчас начинаем, он спрашивает, не частицу, а тебя что-то. 25 хм? Да, это 25 хм. Скажите, когда кто-то устанет лайпаться? Аркан, могу на эрдру зайти. У меня там голоса мало. 5,8. Калк, пусть и тьму похилит. Он пишет, что у него плохой спик.
Бафа я теперь прото, я им 5 расставил. Клик на лапы нету. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Заходи. Посланником смертокрыла. Ха-ха-ха.
Ну, до стены доноси метку. Дай потоки мне сало на маму. Да. Сам мир два. Все, последний этаж живите. Хилился. Ретрия, поди спальте ему. Абсолютно еще один кейс, что она делает. Видите, Халёна там 20 секунд до берсы. Чешка. Танковская. Ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Кого чешка хоть упал? На ДД. На Мелика или на РДД? На Мелик. С пятого трая убили. Нету. И спасибо. А вы можешь выступи Белину, Ретрия. Час. Я за ней целых полгода хожу. Идет время. Если что-то будет, оставьте место, отойду минут на 8-10.
Слип и ВК будут. Написал, что на Хилара. Пятого. Будет зачислено. А наклеили, короче. На наклеили на чистый, потому что там носок зашел. Ну, для Эльнур, короче. Там на одном аккаунте. О, этого Лока не кикал год. Он год не заходил в гильдию. В онлайн, точнее. Нет, год. Это другой. Это другой, да. Подожди, а тут еще висит? Да. Тот Лок до сих пор висит, он 2 года не заходил в игру. Это единственный персонаж, который не заходил 2 года в игру, посмотрите. Спасибо за райд. Надо теперь спасать.